Когда мужчина шел ранним утром, он вдруг услышал крики, доносившиеся с другой стороны дороги, которые звучали очень неприятно, поэтому он решил посмотреть. Неожиданно это оказалась лошадь. Как здесь могут быть лошади? Мужчина был очень озадачен в то время, но он увидел, что снаружи была только голова целой лошади, а все внизу исчезло. Оказалось, что лошадь упала в болото. Мужчина поспешно позвал своих товарищей и начали спасать лошадь. Затем мужчина связался с центром спасения животных. Центр спасения животных использовал кран, чтобы полностью вытащить лошадь, и мужчины вздохнули с облегчением. Все тело лошади было покрыто грязью, и спасательный центр решил взять ее на некоторое время и понаблюдать за ситуацией. Оказалось, что у лошади было не очень хорошее зрение, и она бегала вокруг. Возможно, чего-то напугалась и угодила в ловушку. К счастью, его вовремя спасли, и он не погиб. Спасатели обязательно найдут его хозяина и вернут его. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.